Сегодня поставил вот эти вот стенки боковые. Там еще не вырезал окно. Здесь везде уже все почти готово. Осталось здесь вырезать окно. Здесь отрезать по этой линии. И здесь вот отрезать по линии. Сейчас это надо будет снять. Или так отрежу прямо здесь. А эту сниму сейчас, окно сделаю. И потом поставлю. Как я вырезаю окна. Клею двухсторонний скотч на резинку на окне. Прикручиваю фанеру, потом придавливаю, она получается прилипает, снимаю, и дальше уже здесь видно вот полоска, где была резинка, она как бы отпечатывается там, и потом аккуратно маркером прорисовываю эту и отрезаю ножичком.